Да, встретимся. А где ты стоишь? На остановке. А как я тебя узнаю? Не, одень лучше штаны, да. Ну давай, да, увидимся. Хорошо, блин. Ах ты, блин. Да. Женщина, извините, ради бога, я опоздал. На работе задержали, такое сделали. Ну, ничего страшного, да. Ничего страшного, все, забирайте вашего ребенка, я пошла. Это не мой ребенок. Слушай, это ты со своей женой разбирайся. Твой это ребенок или это другого, меня это не волнует. Не-не, вы не поняли, женщина. Это мальчик, а у меня девочка. Ну, бери мальчика, придешь в понедельник, поменяешь на девочку. Что за акция такая? By one, get one free. Какая тебе разница? Давай, участвуешь? Так, женщина, вас как зовут? Эльвира Леопольдовна. Эльвира Леопольдовна, как говорил ваш отец, давайте жить дружно. Мне нужна девочка! Ты что, не видишь, что девочки кончились? Бери мальчика! Капец, у меня последний раз такая ситуация в Таиланде была. Да, Коненька, да, мой хороший, что накрыл тебя коньячок. Ну, потерпи еще немножко, ну, поиграйся с кем-нибудь. А кто там вокруг тебя? Собаки, вот с ними поиграйся. Коля, давай, я скоро буду, я на работе. Так. Женщина, как вы могли потерять моего ребенка? Ну, откуда я знала, что это твой ребенок? На ней же не написано. На моей написано, она 4 раза терялась. А, ну, с таким-то отцом я и не удивляюсь. Что вы себе позволяете? Это ты, походу, себе перед обедом по 100 грамм позволяешь. Я, между прочим, важный человек с компанией «Экватора». А, поди каждый день фигачишь, да? 24/7 не просыхаешь. Так, женщина, мы, наверное, с вами начали неправильно. Ваш диалог. Можно вас спросить? Да. Понимаете, мне нужна девочка. Ну, с такими вопросами ко мне лет 10 назад нужно было обращаться. Ой, да ладно! Да, я вообще-то поздний бутон. Алло, да. Коля! Я тебя с поселения 5 лет ждала, что ты меня в Ситниках 5 минут подождать не можешь! Все, давай! Так, извините, на чем мы остановились? Значит так, верните мне мою Машу! Твою Машу? Слушай, мужчина, ну что вы прямо на штат пришли, а? Да я вот когда дочку свою сюда отдавал, сомневался, стоит ли! Мне вот еще название ваше смутило. Скака! Во-первых, не скака, а сказка. Вы просто букву потеряли. Я не удивлен! Извините, пожалуйста, тут такая ситуация произошла. Я из дальнего плавания вернулся и с перепугу схватил первую попавшуюся девочку с якорьком. И случайно ее перепутал. Ну ты, походу, первую попавшуюся в каждом городе хватаешь. А потом ее с якорьком оставляешь. А якорек, между прочим, нужно кормить и в садик водить. Ну все, не в растениях бородатый, решился твой вопрос. Вот твоя девочка. Да это не моя девочка. Да как так-то? Почему всегда, когда ругаются взрослые, проблемы возникают у детей? Вот видишь, у девочки шок! Это у меня шок! Да нет, что ты...